Очередные назначения в правительстве Алтайского края. Определены руководители 3 инспекций и 1 из управлений региона. Распоряжение об их назначении подписал губернатор Виктор Томенко. Инспекцию финансово-экономического контроля и в сфере закупок возглавил Дмитрий Малыхин. Ранее он был замминистра финансов края. Контролировать область градостроительной деятельности в регионе теперь будет главный архитектор края Виктор Читошников. Надзирать за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники назначить Александра Фунтикова. Ранее он занимал должность главного государственного инженера-инспектора. Руководителем управления имущественных отношений края назначена Елена Зинкова.